Команда Видновской гимназии второй год подряд принимает участие в федеральной игре 14-18. Ребята увлеченно отвечают на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всероссийская историческая интеллектуальная игра 14-18 представляет из себя онлайн-игру, которая включает в себя 20 вопросов тематических, 10 вопросов общефедеральных, 10 вопросов региональных. Перед началом игры члены местного политсовета «Единой России» Наталья Киселева и Анна Державина пожелали ребятам удачи и вручили памятные сувениры. Среди вопросов этой игры найдется немало тех, на которые, может быть, они и не знают ответ, но это побудит их в исторических книгах, в книгах о Великой Отечественной войне найти ответы на эти вопросы. И, собственно говоря, тем самым повысить свою осведомленность о фактах, о людях, о событиях нашей великой истории. Ученица 11 Б-класса Видновской гимназии Яна Прошкина считает, для всех школьников очень важно знать даты и события Великой Отечественной войны. Планирует сдавать историю. Как только в школе появилась история, 5 класс, это был древний мир, и как-то мне стало очень интересно. И в дальнейшем, с каждым годом, ты узнаешь историю России, историю мира, и для тебя как будто ты начинаешь понимать гораздо больше, что происходит, почему, причины, последствия, итоги. Результаты будут объявлены скоро. 20 победителей отправятся на смену в лагерь «Артек», а участники получат сертификаты. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.